На конкурс «Дети читают стихи» labyrinth.ru. Архиепископ Иоанн. Слава Вышних Богу. Амелина Екатерина, 13 лет. Мы слышим детский лепет, словно пенье тех ангелов, что вдруг для всей земли сквозь эту ночь и звездное горенье к пустынным пастухам пришли. Мы замечаем братское согласие и ясность кроткую людей простых, открытых небу, ангелам и счастью, что родилось в святую ночь для них. Мы постигаем веру и терпенье волхвов, искавших вечной глубины, и снова слышим в этом мире пенье, которым небеса полны. О Господи, великий, безначальный, творец всех звезд, былинок и людей, ты утешаешь этот мир печальный безмерной близостью своей. Ты видишь скорбь земли, все наше неумение тебя искать, любить, принять, найти. И оставляешь ты средь мира это пенье, как исполнение всякого пути. Горит твоя звезда, святая человечность, и мир идет к своей любви большой. И если кто ее увидел, значит, вечность остановилась над его душой.